выйдешь из зоны обитаемости. Да, мне плевать на это. Постой, а как же земляне? Им плевать на меня. Но тебе не плевать на них. Ну уже, ты не мыслишь здраво. Земляне долгое время ищут способ покинуть меня, понятно? Со мной никто не должен быть. Никто не хочет, так что я просто окажу им услугу и ускорю процесс. Эй, перестань! Я... Если ты приблизишься, то я... Пыльнешь вспышкой! Плевать! Насачел, какой статус? Окей, статус следующий. Наша земля постепенно удаляется от зоны обитаемости. И как быстро? Как бы сказать. Ширина зоны обитаемости варьируется между 0,95 и 1,37 астрономических единиц. Давай притворимся, что я не знаю, что это. Астрономическая единица — это расстояние между Землей и Солнцем. А именно? 149 миллионов километров. Отлично! У нас есть время. Значит, я успею закончить свое обучение в XYZ. А это что? XYZ — это онлайн-курсы по 3D-моделированию и анимации, где ты можешь научиться помимо работе в 3D еще созданию реалистичных текстур и материалов. Сами курсы не подаются словно скучный материал из школы, а строго в веселой и дружественной атмосфере, крутыми специалистами. Да и к тому же после завершения курсов у тебя будут все шансы построить карьеру в геймдеве, став востребованным 3D-художником или вторым Кодзимой. Так и более того, во время обучения у тебя будет постоянная обратная связь с менторами, а бонусом множество дополнительных материалов и доступ в закрытый чат Дискорда, где всегда можно задать любой интересующий тебя вопрос спикерам курса. Сэр! А если ты сомневаешься или не уверен, что готов тратиться на обучение 3D, то сейчас проходит осенняя акция. Скидки до 60%. Можно успеть сэкономить на обучении, если не зевать. Ссылка на курс есть в описании под видео. Так что не робей и беги изучать 3D-моделирование с XYZ. Сэр, мы движемся к Солнцу на скорости... 1,5 миллиона километров в час. Просто скажи, сколько осталось времени до того, как мы покинем зону обитаемости! Менее 5 часов. Боже правый! Земля! Земля! Ты чего, в космосе нет звука? Ага, и планеты не умеют разговаривать и вылетать за орбиту! Мы долгое время игнорируем какие-либо законы физики, окей? Прости, я... Знаю, ты волнуешься. Я просто... не привык говорить со спутниками. А, точно. У тебя... Да, я безлунный. А это самое близкое к спутнику, что я когда-либо имел. Не говори так. Как? Спутник не имеют. Мы не собственность. Эй, тише, я не подразумевал это. Планеты имеют спутники, а спутники имеют планеты. Как по мне, так это двусторонняя система. Так же, как мы имеем Солнце, а Солнце имеет планеты. Вот бы всегда смотреть на это так. Мне кажется, другие планеты просто не придают значения, ведь довольны нынешним положением дел. И вот к чему это привело. Тут назревает целая спутниковая революция, и они хотят уничтожить Землю, пытаясь что-то донести до других. Стой, что? Погоди! Это... Я вижу Землю! Земля! Ты слишком далеко от своей орбиты! Я же сказал, отстань! Найди себе другую орбиту! Погоди-ка, ты... Ты движешься к Солнцу?! Так все будут счастливее, ладно? Ты, Венера, Марс, мои земляне, все будут. Это неправда! Послушай, мы... Да оставь ты меня! Я же говорил, она не в себе! Прости! В общем, да, как только мы покинем зону обитаемости, Земля станет слишком горячей для жизни. Мы подвергнемся огромному количеству радиации и... Вкратце, мы должны эвакуироваться с планеты. Всего 5 часов до того, как мир станет непригоден для жизни? Как ты предлагаешь нам эвакуировать планету? Поправочка, у нас 2 часа. У меня заняло время подготовить эту презентацию. Что? Что ж, полагаю, нам всем кранты. Я пойду и подготовлюсь к концу света. Да, я тоже. Не так быстро. У нас есть шпионские спутники. Мы знаем о вашем плане на случай ЧП. О чем вы говорите? У нас есть огромные ракеты, подготовленные специально для таких случаев. Погоди, у всех? Ну, по крайней мере, у великих держав. А есть место для меня? Строй свою ракету, Перу. О, да ладно! Пусти меня на ракету! Эй, у меня нет свободного места! Если ты не пустишь меня на корабль, то мы отберем его! Эй, пусти меня на корабль! Пусти меня на корабль! Тишина! Земля ускоряется, так что... У нас осталось 30 минут. Ааа!
Земля, послушай нас! Я не хочу! Тебе все равно придется! Вперед, Луна! Что вы делаете? Сбиваем тебя с этого пути! Хватит! Дайте мне хоть это сделать правильно! Мои земляне уже готовятся улететь! Я знаю, они строили корабли, чтобы улететь. Я знаю все, что они делали. Я чувствую, что они делают всегда. Им будет лучше без меня. Всем будет лучше. Это не так! Вау! Почему вы не сдаетесь? Потому что мы хотим, чтобы и ты не сдавалась. То, что ты делаешь, это не решение. Это кажется решением. Мне больно. Постоянно. Земля, мы никогда не сможем понять, каково быть тобой. Но, пожалуйста, дай себе шанс быть счастливой. Быть лучше. В смысле, я не могу полететь в космос? Я же говорю, что мир вот-вот... На! Пока! Твой босс не хочет, чтобы ты покидал планету? Он говорит, что весь этот конец света просто бред! Ах, даже сейчас я не могу полететь в космос! Эй, что? Несмотря на все, что ты делаешь, ты неплохой человек. Спасибо, как и ты. Я знаю. Я всегда думала, что жизнь делает меня особенной. Я думала, что нравлюсь вам из-за нее. И когда я подумала, что другие планеты и спутники могут иметь жизнь, я... Ты почувствовала неуверенность и натворила дел. Да! Так извинись и прекрати считать землян единственной особенностью. Слишком поздно. Вовсе нет. Да, это тяжело, но мы знаем, что ты справишься. Ты говоришь, тебе больно и что все это тяжело, но разве не было моментов... Когда ты понимала, что все это того стоило. Я... Земля, ты в порядке? Вообще-то мы с Землей соседи. И почему бы нам, правда, не дружить? Ты старалась зародить жизнь, как никто другой. Тебе удалось достичь своей мечты. Блин, чел, сорян. Это далеко зашло. Может, продолжим играть в карты? Я... Хочу попытаться стать лучше. Да! У-ху! Я чуть не превратилась в красного гиганта из-за этого стресса! Постой, Земля возвращается? У-ху-ху-ху! Мы не умрем! У-ху! Да! О-хо! Космос до жути странный. Что теперь? Теперь за работу! Это будет непросто. А иначе того бы не стоило. Знаю, наверное, для этого слишком поздно, но я... Извинения приняты, Земля. Огромная благодарность мисс Полина, а также другим бустерам. 2XXX, Алекс, Лорд Ваннер, Сайри Сал, Крэти, Хоуфо, Аленький Цветик, Вентилятор, Дарина Шнюк, Фьюриус Кокхар, Олежа Салат, Крэти, Love Space и Джонни Шелби.